Здравствуйте, уважаемые любители мини-футбола. Мы с вами в Сыктывкаре на площадке универсального спортивного комплекса «Орбита», где начнется ответный поединок 1/4 финала «Бет-Сити Кубка России». Новая генерация принимает КПРФ. В Москве команды провели первый поединок, и закончился он победой хозяев 3-0. Сегодня у сыктывкарцев непростая задача попытаться отыграть этот гандикап. Шимбиньо разыграет мяч с центра поля. Уже известен один участник финала 4. Об этом обязательно тоже по ходу трансляции я расскажу. Теперь непосредственно к игре, и с центром гости разыграли мяч. В составе москвичей провел, может быть, не так много времени на паркете был. Еще один заход Ильин, и Путилов трудится на первых минутах в поте лица. Занимается воспитанниками детских школ и академии Заболонков. Петросян извиняется, оставили Заболонкова. Завершилось со счетом 3-0 в пользу КПРФ. Вновь Петросян не дотягивается до мяча. На сей раз Бурков. Симуков дотягивается до мяча. Есть возможность у Влада Гайнатуллина. Влада Гайнатуллина, конечно, Данила Букаткина. Напомню, что помимо новой генерации цвета Коми представляет Ухта. Булат Гайнатуллин. Ну и Асадова мы отметим. Пройдет он в Тюмени в феврале. С удовольствием будем наблюдать за ним. Путилов, давно мы его в игре не видели. Не совсем правильно. Обоюда острая игра. И гол Заболонкова. Но вряд ли под этот удар брался тайм-аут. Это чисто исполнительское мастерство. Пушечный удар в девятку. Никаких шансов у Гайнатуллина не было. Заболонков на ваших экранах. Заболонков с лету. И хорошо попадает. Руками первый выхватил, крыку на коленях, как на шарнирах, раскачал Рубцова. И хороший момент создал для своего капитана. Тут надо было и... Ой-ой-ой, а вот крыкун-то поймал. Не такой сложный он был, но... Леготин! Ух, сейчас бы какой подарок себе на день рождения. Кузьминых здорово сейчас действовал! Леготин-то какую передачку отрезал. Сам удар финальный не получился у Лина. Точнее, он получился не очень опасным. Путилов. Небольшой подарок. И небольшой подарок в прямом смысле этого слова. Данил Ковтун. Сегодняшний именинник забивает ворота Путилова. Уверен я, что, конечно, так никто не договаривался, но... Вот этот так называемый обрез. Но Шимбиньо очень резкий футболист. Путилов. Точно на Асадова. И Асадов разбирается на пятачке. Путилов классную передачу отдал на лидера своей команды. Асадов очередной гол забивает. Прострел. Да. И сейчас Ильин раздосадован. Сносит ворота даже. Близок он был к тому, чтобы переправить мяч за линию. Нет, упускает мяч Кузьминых. КПРФ выигрывает и второй поединок 1/4 финала Бет-Сити Кубок России у новой генерации. 2-1 сегодня. Москвичи оказываются сильнее. Мы поздравляем их с заслуженной победой сегодня. Мы поздравляем их с победой по сумме двух матчей. Команда Бесика Заидзе проходит в финал 4.